балконом. Мы с вами закрываем дверь и просто вот тут пропрыгиваем. Оп, отлично, летим вниз. Омегасы, с вами Файнзи. И сегодня я решил устроить грифер-шоу ловушкой с картиной. Да, это та самая ловушка, которую вы просили меня записать. И давайте я вам покажу, как же работает это все дело. К примеру, мы деремся с игроком где-нибудь за территорией нашего дома, забегаем к нам домой, и смотри, как все работает. Мы с тобой заходим вот в эту вот картину, здесь прыгаем, а если игрок не прыгнет, то он просто вот, ну, либо пройдет, либо вот так вот упадет и не сможет пройти. Потом мы с тобой нажимаем на рычажочек, и игрок летит в самый-самый низ, где мы получаем его ресурсы. Перед началом поставь лайк, подпишись на мой канал и советую смотреть ролик внимательно, ведь я там сказал очень важную информацию. А, и кстати, снимал я его на сервере Aris Mine IP, есть на экране, в описании, присоединяйтесь. Ну а я желаю вам приятного аппетита и приятного просмотра. И что же, сзади меня находится мой домик, в который мы сегодня будем приводить различных игроков. И давайте мы с вами напишем все ТП, кто по УП. Я на РТП железка. И будем ждать, когда хоть кто-то к нам телепортируется. К нам, кстати, уже телепортируется первый игрок. Давайте мы его с вами телепортируем. О, даем ему КТ просто в дом, в дом, в дом, в дом, в дом. Смотри, а в чем заключается суть? Мы-то с тобой так вот прыгаем, заходим и ждем, 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 ждем. Он не зашел! Ах ты какой хитрый! Ладно, ничего страшного. Смотри, мы сейчас телепортируемся домой, и он находится... А где он? А куда он делся? Подожди, тут дверь открыта, он что, ушел, что ли? Вариантов мало. Возможно, он убежал, либо он упал в нашу ловушку. Она, конечно, не супер-мега сработала, как я планировал, но ресурсы здесь уже лежат, ребята. И мы с вами уже развились до железной брони. Это очень и очень даже хорошо. К нам тем временем телепортируется еще какой-то игрок. Давай-ка мы его с тобой телепортируем и просто бежать, бежать, бежать. Мы сейчас делаем вид, то, что мы вообще не знаем, где мы с вами находимся. Смотри, он нас хорошо так попинал. Мы с тобой падаем. Ну, все делаем специально. Как будто бы мы не умеем сражаться, и нам нужно срочно зайти к нам домой. Заходим. Он бежит за нами. Подожди, я его даже не вижу. Где он? Куда он делся? Стоп, подожди, а реально, а вон, вон он находится, вижу. Хорошо, мы сейчас что с вами делаем? Мы берем, стреляем, и смотрите, он просто у нас завис. Ну, как говорится, не зря в качалку ходил 10 лет подряд, я накачал супер-мега круто руку себе и убил этого игрока с одного удара. А тем временем к нам телепортируется еще какой-то игрок, мы его с вами бьем, это у нас голенький. Ну, а ладно, давай продемонстрирую, как работает эта ловушка, потому что предыдущий игрок у нас, к сожалению, упал, и давай, заходи. Не бойся, не бойся, тут все нормально. Ох ты, какой хитрый! Ты смотри, ты видел? Он взял и пропрыгал всю мою ловушку. То есть обманул систему, так сказать. Мне показалось, ли там был какой-то игрок. Но ничего страшного, по крайней мере, ловушка у нас рабочая. К нам телепортируется следующий игрок. Телепортируем, это у нас голенький. А нифига не голенький, он у нас обманщик, обманщик. Короче, мы с вами бежим к нам поближе в домик. Стреляем, попали, еще раз стреляем, мимо. Ну ничего страшного. А самое главное, забежать к нам. Опа-па-па-па, там еще кто-то, там какой-то лобазник. Ладно, посмотрим, посмотрим. Мы с вами сейчас что делаем? Пропрыгиваем вот сюда. Сидим, сидим, ждем, ждем, ждем. Я надеюсь, что он поймет то, что ему нужно зайти в картины попробовать. И... Да, смотри, пытается, пытается. Здорово. Нет, ну, иди вниз. Все, супер, он улетел вниз. Но тут еще какой-то чел был. Вот это меня очень сильно тоже напрягает. Хорошо, тот 100% разбился. Спускаемся вниз и забираем все эти ресурсы. Супер. А тем временем к нам телепортируется следующий игрок. Телепортируем. О, лобазник, лобазник, лобазник. Срочно к нам в ловушечку. Ой-ой-ой, он нормально так накосил нас. Так, что мы с вами делаем? Прыгаем. Раз, закрываем. Оп, нажимаем. Все, летим в самый низ. Все. Стоп, он выжил? Или мне сейчас показалось? Так, не-не, стоп, надеюсь, он не выжил. Надеюсь, там валяются мои ресурсы. Спускаемся. И да, плюс алмазная броня. Просто офигеть. Он даже, наверное, ничего не понял. Он бежал за нами и по итогу улетел в самый низ. Это самая крутая ловушка, которая только есть. Ну, мне так кажется. Потому что, посмотрите, плюс алмазная броня. А что мы с вами сделали? Просто зашли в картину вот таким вот образом, прыгнули, рычаг. Все, летит вниз. Я, кстати, видел то, что к нам телепортируется еще какой-то игрок. О, офигеть, не встать. Так, я предлагаю с ним, наверное, немного подраться на этой территории. То есть что мы делаем? Растычка мимо. Ой-ой, фига, у нас коцает. Ой-ой-ой, хпшку вообще почти не осталось. А если быть точнее, одно сердце. Так, ладно, тогда что мы с вами делаем? План таков. Мы с вами сейчас бежим просто в нашу ловушечку. И все, просто жить будем в ней. А тут у нас делаем вид, что дверь открыта. Просто заходим сюда. Так, ждем, пока он к нам подойдет. Он идет, идет. Да, идет, идет, идет. Сейчас мы в него стрельнем. Мимо, наверное, мимо, ну ничего страшного. Вот так закрываем. А, смотри, какой хитрый, смотри. Он... Зашел. Лети вниз, лети. Да, КТ ему дал. Хорошо. Он жив остался. Ладно, ничего страшного. Что мы с вами спускаемся сейчас в самый низ. И главное, чтобы он сейчас жемчуг сюда не кинул. Нет, не кидай, нет, 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 стой. Что мне с тобой делать-то, друг? Скажи мне, пожалуйста. Так, открываем, бьем, закрываем, открываем, бьем, закрываем. Блин, это вообще что происходит? А, он хочет жемчуг кинуть. Смотри, а ты что, самый хитрый вот тут, да? Еще раз бьем. Раз, два. Отлично. Еще удар. Хорошо. Еще. С вами вот так вот нужно передвигаться. Он сейчас будет кушать яблоко. Не давать ему кушать яблоко нужно. Не кушай. Нет, это плохая идея. Не кушай. Он меч выкинул.
Ну все, ты теперь без меча остался, меч ты теперь мой. Так, самое главное его теперь убить в этой ловушке, потому что, как видите, он... У него хп нету, он там... Он чё? Подожди, дай, не дотягиваюсь. О, все, отлично. А, у меня хп тоже маловато. Не, перегеймся, давай лучше перегеймся, иначе мы с тобой там отъедем. Ну, то, что он выкинул меч, у меня такое тоже очень часто бывало. Потому что ты дерешься, и случайно на кнопку нажимаешь, и как бы меч улетает. Не, слушай, он нормально так коцает, ты смотри, а что с тобой делать-то тогда? Ладно, попытаемся тебя убить, почему бы и нет. У него даже шлема нет, но он все равно очень много хп снимает. У меня единственная надежда его попинать, это через этот люк, потому что больше у нас как бы и нету тут ничего. Смотри, просто 4 сердца оставляет с помощью своего лука. Что у тебя там за лук такой крутой, скажи мне, пожалуйста. А мы его будем бить и закрывать люк. Ну, в целом, тактика рабочая, конечно, вот сейчас очень было опасно. Ладно, я скушу яблоком, ничего страшного, пожертвуем, так сказать, во благо того, чтобы мы получили больше брони. Будем его пинать, у меня одно сердце осталось. Просто одно хп, у него 8,9 сердечек, как ты так делаешь, скажи мне, пожалуйста. Ладно, давай мы с тобой, знаешь, как сейчас сделаем, мы берем, крафтим верстачок и делаем еще парочку люков вот таких вот. То есть мы с вами сейчас немножечко усовершенствуем нашу ловушку, только вначале мы перегенимся, иначе нам будет очень плохо. Смотри, он хочет нас ударить, а мы что делаем? Оп, все, он пишет, от пути! Нет, я тебя не путю никуда, не путю. Так, надо его еще раз ударить. Супер, хорошо. И нам нужно как-нибудь сейчас вот так, раз. Все, отлично, мы усовершенствовали нашу ловушку. Раз, два, три. Все, ну можно, кстати, вот так убить. Он пишет, люблю больших. Че? Ну, хорошо то, что тут два люка. С одним все-таки действительно сложновато. Ну так, сейчас сделаем. И все, можем опинать. Он уже все, он раздает свои ресурсы. Замечательно. Все, мы его с вами убили. Наконец-то, боже. Сколько мы с этим игроком тут сражались, это просто что-то с чем-то. Ну, теперь мы с вами просто все это дело закрываем, получаем новые ресурсы и радуемся жизни. Ну, а тем временем к нам телепортируется следующий игрок. Мы его с вами бьем. Это у нас, кстати, ну, почти голенький какой-то весь игрок. Он там яблоко закушал. Ладно, что мы делаем? Мы такие, типа, у нас есть меч. А, ой, нет, у нас нету меча. Ладно, 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 все, я по... нас убил. Чего вообще? Блин, ребят, я сломал все. Я просто поломал всю картину. Ну да, да, да. Смотри, что он мне показывает. На тебе, получай. Я не знаю, как его скинуть в ловушку. Хотя, давай попробуем. Все, мы уже все разрушили. Просто пинаем, пинаем, пинаем. Давай, давай. Нет, он не упал, блин. А прикиньте, было максимально близко к ловушке. Ну да, он теперь будет стрелять. Что ты? Заходи, заходи, не бойся. Вот так вот пропрыгиваем. Нет, 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 нет. Он издевается просто надо мной. Ну, короче, понятно, понятно. Хомы, телепортируемся. Пинаем, пинаем, пинаем. Давай, 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 лети, лети. Надо дверь закрыть, надо дверь закрыть. Все, мы его с вами тут закрыли. Заходим сюда, закрываем, отлично. И, блин, зараза, убил меня. У меня хомы, одна секунда, телепортировались. Где он вообще? Ничего не понимаю. Лети вниз, давай! А как он уйдет? Как? Вот ты ж, блин, а, да ты смотри, какой он хитрый. Вот просто все мои ресурсы сейчас находятся у него, а он тут сидит. Смотри, какой хитрый. Я думал, все, хана моим ресурсам, ребят. Я просто вот с этим игроком максимально залажал. То есть, чтобы вы понимали, он мог спокойно забрать все эти ресурсы и уйти с ними. Но, слава богу, то, что он решил тут побегать, я успел и дверь закрыть, и убить его. Нам нужно восстановить кое-какое дело. Вот так вот делаем. Все, супер. Картина была восстановлена, отлично. Но с этим игроком я был близок к потере всех своих ресурсов. Ну, а к нам телепортируется следующий игрок. Принимаем, и это у нас голенький. Ну, ладно, скинем его в целом тоже в нашу ловушку. Почему бы и нет? Да-да-да, давай, идем, идем, не бойся, не бойся. Смотри, тут в картину заходим, главное, чтобы он не понял, как... Да-да-да, все, плюс деревянный топор в этой ловушке. Не, ну, самое главное то, что ловушка рабочая, и в целом с этой ловушкой можно выбить хорошие ресурсы. Ну, а тем временем ко мне телепортируется еще какой-то игрок. Принимаем, и это у нас алмазник, алмазник, алмазник. Короче, что мы делаем? Вот так залазим. Нет-нет-нет-нет-нет, все, мы спрятались, и можно с ним немножечко повоевать, я думаю, для того, чтобы он, ну, понимал то, что это РТП территория, и можно мне доверять, поэтому мы с вами тут немножечко побегаем с ним. Бежим, 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 давай, давай, беги сюда. Смотрите, мы сейчас сделаем пранк. Оп, отлично. О, я инвентарь случайно открыл. Ух, нифига. Ой-ой-ой-ой, коцает хорошо, нормально так. Так, отходим, 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 прячемся в деревьях, кушаем яблоко. О, это было максимально близко, попал. Ну ладно, мы сейчас с разворота бежим прямо на него. Раз, два, третья мимо, ничего страшного. Четвертая, так, отходим, 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 закрываемся вот так вот. Супер, бьем его, еще закрываем. Что это вообще за битва какая-то? Он пытается к нам пройти, я его уже спину бью. Так, отлично, еще раз побили. Ну, в целом, мы доказали то, что это РТП территория. Можно потихонечку вести его к нашему домику. Опа, он пытается там, смотрите, сам даже пробраться к нам, а мы его в спину сейчас будем укусать. Стоп, у него там хп вообще не было. У него хп нету, у него хп нету. Хп, хп, хп. Бьем. Раз. Теперь наша очередь за ним бежать. Ой-ой, стой, блин, убежал, убежал. Хорошо. И теперь мы с вами ведем этого игрока к нашему домику. Для того, чтобы мы его скинули к нам в ловушечку. Поэтому бежим. Ой, хорошо, хорошо, хорошо попадает. Он меня убил. Вот ты ж, блин, какой хитрый. Ладно, мы с вами закрываем дверь. И просто вот тут вот пропрыгиваем. Оп,
Отлично, летим вниз, хорошо. И теперь мы летим за ним. А он что, выжил? Ты как выжил? Ты как выжил? Как ты выжил, скажи мне? А что мне теперь делать? Мне его просто вот так устоять пинать теперь? Да. Он бежит, давай заново ПУП. Ты какое заново ПУП? Не-не-не, я тебя в этой ловушке сейчас убью. Я не знаю, его рукой закликаю. Блин, а что делать? Не, надо, чтобы он меня убил. Надо, чтобы он меня убил первым. Потому что если я его оставлю тут одного, он пишет, да не переживай. Да, конечно, не переживай. А, он мне броню скидывает, оружие. А, он в целом уже признался, то, что он все, не выберется из этой ловушки. Поэтому мы его с вами можем просто дальше пинать. Ну, все, давай. Понял, спасибо. Так сразу можно было начать. Почему он так долго мельтешил? Непонятно. А забираем все эти ресурсы. И, честно сказать, я максимально удивлен, то, что он выжил при падении. То есть, я не знаю, сколько у него хп было в этом момент, но тем не менее мы с вами получили набор феникса. Что? Так он же гидра был, по-моему, нет? Ну ладно, тем не менее у нас теперь появились очень хорошие ресурсы и плюс еще алмазная броня, что меня, кстати, очень радует. Ребята, у меня возле дома кто-то бегает, и пока что я не могу понять, в чем этот игрок, и мне, ну, чуть-чуть страшно. Алмазник, подожди, это алмазник. Так, бьем его и... По-моему... О! Ты что тут забыл? Ты это видел? Тут просто алмазник какой-то. Минус один алмазник, он улетел вниз. Как это вообще было? Ты откуда здесь нарисовался такой красивый? Так, стоп, а чё? Что? Кого? Как, стоп. Как он сейчас вылез из ловушки? Подожди, я хочу посмотреть. А его тут нету? Что? А, во-первых, у меня два алмазника по дому начали бегать, как не знаю кто. А во-вторых, а где он? Стоп, что? Давай-ка по Ниару посмотрим. Ниар, поблизости вас не находится ни одного игрока. Чего? Ладно, все пишем, все ТП, кто ПУП и железка, но вопрос, он вышел из моей ловушки, вы это видели? И к нам, по-моему, там кто-то отправил запрос. Ладно, давай попробуем его телепортировать, но будем предельно осторожны. Мы знаем то, что тут есть алмазники. Телепортируем, это у нас железник. Ой-ой-ой, я вообще не в ту сторону побежал, и он меня нормально так напинал. Так, окей, запрыгиваем на дерево. Все. О, нифига, у меня через два дерева аж переплюнул меня. Так, стреляем в него. Раз, стреляем два. Три, прыгаем на дерево, отлично. Мы с вами в целом находимся в очень хорошей позиции. У нас и хп есть, и стрелы, и яблоки. Короче, у нас есть абсолютно все. Вот бы сейчас этих алмазников сюда и ПУП устроить со всеми. Но, по всей видимости, они ко мне уже не вернутся. О, чуть не умер. Ладно, кушаем яблоко. Он бежит за нами, но мы уже наготове. Стреляем мимо, стреляем, попали, хорошо. И давай его отвезем все-таки к нам в ловушечку, потому что нам нужно его скинуть и забрать все его ресурсы себе. Ой, я даже покушать не успел, он очень близко. Он очень близко находится к нам, прыгаем. Так, 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 ждем. Он прошел, он прошел. Вот ты же, блин, какой хитрый. Убежал из ловушки, что? Так, раз, два. И все, он улетел в самый низ. Отлично, мы с вами проходим, закрываем. И там должна быть наша картина, потому что он у нас ее стырил, чтобы вы понимали. Так, картину, пожалуйста, о, все, картину вернули. Спасибо большое, закрываем вновь нашу ловушечку, и мы получаем железную броню. Ну, это, конечно, круто, но было бы лучше, если бы там была алмазка. А тем временем к нам телепортируется еще какой-то игрок. Телепортируем, сразу пинаем его. Пинаем, пинаем, и нам нужно сделать вид, что это РТП территория, чтобы он все время видел то, что тут свободная территория. Потом мы с вами забежим к нам домой. Кстати, где он? А вон он бегает, вижу его, вижу. Мы с вами даже блоков не взяли, вот это вот очень плохо. Ну ладно, раз попали, хорошо, два попали. У нас 25 стрел еще имеется. Теперь уже 26, пополнение в нашу коллекцию идет. Супер, стреляем еще. Еще, хорошо, смотри, мы его косаем. Очень хорошо, у него остается, у него 20 хп. Мы его вообще не докосали, что я вам тут говорю. Так, он бежит за нами, стреляем. Ой-ой-ой. Главное, что мы находимся на возвышенности. Это для меня небольшой такой плюс, яблоко кушаем, кушаем. Потому что он очень много хпшек нам сносит. Стреляем по нему еще раз, да ё-моё, все мимо и мимо. Попали, отлично, мимо. Зато он хорошо попадает, он у нас стрелок, видимо, какой-то. Еще раз попали. А, у него хп-то мало, смотри, у него очень мало сердечек. Что мы делаем? Мы с вами берем топор. Раз, хорошо, критом, два. Отходим, отходим. Сколько у него там? У него 5 сердечек осталось, 5 сердечек. Раз, два. У него сколько хпшек, непонятно, 10, 10 хп. У меня фул, можно в целом на него нападать. У него 8 сердечек остается. У меня одно сердце, какого фига у меня одно сердце вообще осталось? Отходим, кушаем, кушаем, кушаем. Фух, успел пригениться. Так, а как ко мне домой-то теперь пройти? Где тут проход хоть какой-нибудь? Я вижу все свои схемы, вы это видели? Мы сейчас находимся где-то сзади моего дома, но ничего страшного, мы сейчас берем, прыгаем, заходим сюда и просто через картину пропрыгиваем. Хорошо. Он сверху находится. Он, видимо, понял то, что тут что-то не то. Ладно, если я вот так вот открою. Здорово! Эй, где он? Я его не вижу. Куда он делся-то? А, он хочет к нам зайти. Идет. Давай, давай. Я картину там поломал, походу. Или, не, картина цела, цела, хорошо. А что если мы с вами нажмем и попробуем? Офигеть, вот это сейчас 200 IQ move был. Я не знаю, как у меня это получилось сделать, но мы его скинули в ловушку. И подожди, ресурсы валяются. Чего вообще, как это? Просто такой рандом, ребята, я не знаю. А что с броня? С броня сервера. Просто... Ладно, ребят, ну за такой момент 100% лайк и подписка. Стоп.
Что? Я один это вижу или у меня только что блоки пропали? Эй, где мои блоки? Куда они делись? Реально, стоп, чего? А как мне закрыть-то ловушку мою? Я немного изменил стиль своего сообщения, и теперь я пишу все ТП, кто ПУП, я Алмазка. Отправляем. И к нам телепортируется уже какой-то игрок. Телепортируем. Опа, это Алмазник, у нас Алмазник. Подожди, стой, куда ты ушел? Мне твои ресурсы очень сильно нужны. Хорошо, а он, кстати, без нагрудника. Зачем он тэпнулся ко мне без нагрудника? Раз попали. Сколько мы ему снесли? Иди сюда, иди сюда. Кс-кс-кс. Барсик, барсик, барсик. Оп, раз, два, три. Просто, что, броня Феникса? Какого фига? Ко мне просто телепортировался чел без нагрудника, получил хороших люлей от меня, и я теперь с алмазными ресурсами. Как это называть, не знаю, ребят. Но плюс ресы это хорошо, и у нас уже весь сундук забит. И у меня, кстати, появились теперь жемчуги, это очень хорошо. Кстати, ко мне там телепортируется какой-то игрок, давай-ка его примем и посмотрим. У вас нет запроса на телепортацию. Ну, видимо, он расстроился, обиделся и отменил запрос. Ну ладно, зато телепортируется другой игрок. Домой, все, в пень, не-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 не. Все, я ему даже дверь не открою, пускай жемчуги кидает, что хочет делает. Он в алмазке, ты видел? У него вроде даже тотем был. Либо мне показалось, как будто бы он хочет пройти, как будто. Вот он еще чуть-чуть, и он пройдет, да? Давай блоки возьмем на всякий случай. Я готов, на всякий случай, я тут все уже натянул, тетиву, блоки взял, все готово в целом, нужно ему КТ дать. Ой-ой-ой. Отстань, вместе летим. Я сам улетел в свою же ловушку. Вот это, боже мой, что сейчас произошло. Да-да-да. Это тебе КТ. Так, а давай мы, знаешь, что сейчас сделаем? Мы сейчас вот так вот сделаем быстренько, пока он... Где он? Он вниз спустился, он внизу. Так, а я как раз ресурсы взял с собой. Хорошенькие, алмазочку, как-никак. Так, нужно... Где он? Он просто сам разбился в моей же ловушке. Не, ну я серьезно вам, ребят, говорю, ловушка гениальная. То есть ты можешь ее построить и радоваться жизни, потому что все будут падать в нее, разбиваться. У меня 28 золотых черных яблок. Ой, обычных, точнее, яблок. Но, тем не менее, все равно ловушка супер крутая. Просто посмотри, что, набор пандара мы с тобой выбили? Офигеть. Не, ну в целом, посмотрим, у нас с тобой уже не один сет алмазной брони, так еще и на нас один сет. Тут и Феникс, и Цербер. Ловушка, я считаю, гениальная. Единственное то, что вот, когда к тебе проходит, немножечко тяжело ориентироваться, куда здесь прыгать, потому что сами все прекрасно вы видели. К нам телепортируется какой-то игрок, принимаем, и это у нас скидстартер. Ну, я даже не знаю, можно в целом его покосать. А, не, смотри, он там яблочко закушал. Его можно вот так вот, знаете, накосать, сделать видимость того, что у нас тут нету никакой ловушки, это РТП-территория как раз-таки, побегать вокруг этого озера. Можно даже заставить его в нем поплавать. Давай, друг, Ладно, фига, он косает хорошо. Давай жемчуги кинем вот так вот, оп. То есть мы делаем вид, то что нам очень больно, нас косают хорошо, для того, чтобы мы потом как раз-таки отвели его к нам в ловушечку. Оп, поплаваем тоже, неплохо. Стреляем, попали, хорошо. Пока что все идет максимально под контролем. Нужно взять стрелы, где он? А, он там сверху бегает. Стреляем, у него 10 хп. Нужно самое главное не убить его. Наша задача убить его только исключительно в ловушечке. Поэтому делаем максимальный вид того, то, что... А где он? А, он снизу бегает. Так, давай сейчас спустимся и будем максимально мазать. Мы подходим сейчас, вот так вот бьем мимо. У него 13 сердечек. Так, и теперь просто пинаем. Главное его не убить. Главное не убить его. Просто бьем. Так, он должен иметь то, что у нас мало сердечек. Кушаем яблочко. Хорошо, кидаем вот так вот жемчуг. Ой, ну, так тоже в целом можно было. И теперь бежим к нам домой. То есть мы его сейчас попробуем завести в домик и постараемся скинуть в нашу ловушечку. Главное, чтобы она сработала. Прыгаем, ждем. Нажимаем. Все, он улетел. Плюс наши ресурсы. Идем просто забирать добычу, так сказать. Самое главное посмотреть, что там было нужного. А там, скорее всего, яблочки, вот это все остальное, да? Ну, да, в основном я... А, стоп, что? Тут у нас вообще что-то ничего нету. Не яблок. Не, возможно, яблоки, кстати, были. Потому что у меня, видите, есть золотые яблочки. А как раз-таки, возможно, они у него находились в инвентаре. Ну, это плюс железная броня. В целом, тут тоже можно порадоваться. Ее можно будет продавать, делать с ней что угодно. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. И для вас есть небольшая приятная новость. Как видите, сейчас тут находится ваша территория, но волшебным образом она становится свободной. И координаты были в самом видеоролике. То есть вы можете пересмотреть ролик, прийти и забрать все эти ресурсы и пользоваться этой самой ловушкой. Так что, если координат не заметили, посмотрите ролик еще раз внимательно. А если все заметили, то можете посмотреть вот этот ролик. Он получился гораздо лучше, чем этот. Так что кликай, смотри. И снимал я, кстати, этот ролик на сервере Arismine. Все ссылки есть в описании. Присоединяйтесь. С вами был Фанзи. Всем пока.